Одинцовский волейбольный центр превратился в роскошный торжественный дворец. Красная дорожка, вспышки фотоаппаратов, шикарные наряды и сияющие улыбки. Сегодня здесь чествуют лучших учеников, интеллектуальную элиту округа, золотых медалистов и победителей Олимпиад. Для выпускников этот бал станет одним из самых запоминающихся праздников в их жизни. Мне все нравится. Проход по красной дорожке – это, конечно, очень классно, интересно и запоминающееся. Круто, очень. То есть смотрю на ребят и думаю, реально, молодцы все, потому что это действительно большое достижение, это очень тяжело. И мне приятно здесь находиться среди других таких же умных ребят. Впечатления исключительно положительные, поскольку наша работа, которая все бессонные ночи, все время подготовки к экзаменам, все это время видно, что это было не просто так. Мероприятие волнительно для всех. Золотые медалисты гордо и уверенно идут на бал в их честь. А учителя и родители не могут сдержать слез радости. 11 лет они были рядом, сопереживали, помогали, направляли и поддерживали. И сегодня вместе с ребятами разделят их триумф. На самом деле, что хочется пожелать? Конечно, хочется ребятам пожелать удачи, чтобы они поступили в те вузы, куда они хотят. Чтобы в их жизни сбывались мечты. Потому что я уверена, что у них для этого есть все возможности. Главное, чтобы они верили в себя, в свои мечты. Ну а мы, как родители, обязательно будем поддерживать их. С каждым годом в Одинцовском округе становится все больше победителей Олимпиад и медалистов. Сегодня наивысшие знаки отличия в учебе из рук главы округа Андрея Иванова получили 357 выпускников. Я даже не сомневаюсь, вы обязательно найдете свое призвание и добьетесь успеха. Но одновременно помните, что любые тренды проходят, а в цене всегда остаются честность и порядочность. Воля и трудолюбие, умение дружить, любить, помогать. А самое дорогое, что у нас есть, это семья, близкие люди и, конечно, Родина. Все выпускники показали очень серьезные результаты в учебе. Кто-то уже с первого класса твердо решил, что окончит школу с отличием, а кто-то до последнего сомневался в успехе. Но упорством и трудолюбием, непоколебимым стремлением к цели ребята доказали себе и окружающим – они лучшие. Все считают, что это очень много труда, это, наверное, и правда так. Но это просто, видимо, привычка с первого класса учиться. Ребята взвешивают, куда стоит поступать. Определились пока не все. Среди самых популярных профессий – экономика, менеджмент, юриспруденция. Но одинцовские медалисты обращают внимание и на другие специальности. В первую очередь, конечно же, МГУ, механико-математический факультет. Вот. Но также рассматриваю и МГТУ имени Баумана. Я хочу поступить в медицинский институт на лечебный факультет. Планирую работать врачом, спасать людей. Впереди сложный этап самоопределения, выбор вуза и первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь. Но все это завтра, а здесь и сейчас они отдыхают и наслаждаются праздником. Жаль, что время не ходит обратно в наше детство, отрочество, юность. Там, где в знаниях белые пятна заполняли забота и мудрость. Денис Майданов, Полина Гагарина и другие звезды эстрады в этот вечер пели только для них. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».